Известная певица с матерью разбилась в ДТП. Знаменитая украинская певица Иванна Багова попала в серьезное ДТП в Словакии. Девушка ехала на машине вместе с матерью. За рулем сидел молодой человек исполнительницы. Внезапно водитель потерял управление и на полной скорости врезался в забор. У мужчины диагностировали перелом ключицы. Певица получила перелом руки, а ее мать – ушиб внутренних органов. Пострадавших доставили в больницу. В личном микроблоге Иванна Багова сообщила, что ее уже прооперировали, передает обозреватель.com. Напомним, украинская певица прославилась благодаря участию в шоу «Голос» Чехии и Словакии в 2012 году. На конкурсе Иванна Багова заняла первое место. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал «Шокирующие новости». Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Умер дома. Враги Лукашенко торжествуют после срочного сообщения о кончине. Все болит. Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль. Неуравновешенный Зеленский бросается на людей. Невыносимо красивая. Россияне в экстазе от Екатерины Климовой. Оставайтесь с нами.